283-летний платан из Дербента продолжает лидировать в конкурсе «Российское дерево года». До окончания голосования осталось всего 3 дня, и чтобы ветвистый дагестанец с крепкими корнями не сдал своей позиции, призываем жителей республики отдать свой голос за наше могучее дерево. Этот зеленый символ Дербента растет во дворе Джума-мечети, построенной в 8 веке. Кроме того, он занесен в Национальный реестр великовозрастных деревьев России. Уникальность этого восточного платана заключается в том, что корни дерева выкачивают влагу из недр земли, тем самым поддерживая в сухом состоянии стены и фундамент мечети. Благодаря этому, по словам экспертов, Джума-мечети удалось продержаться без капремонта уже около 300 лет. Я призываю наших дагестанцев сегодня поддержать это дерево и проголосовать за него, как оно поддерживает стены мечети в Дербенте вот уже 283 года. Мы надеемся, что выиграв конкурс «Российское дерево года», мы достойно представим Россию на европейском конкурсе. Я думаю, победа как в российском, так и в международном конкурсе – это дополнительный повод заявить о себе, привлечь туристов, и это место станет дополнительным излюбленным местом посещения туристов. Проголосовать можно на сайте «Росдерево», затем перейти в раздел конкурса и отметить платан «Восточный», который находится под номером 6. После поставить галочку в окошке «Я не робот» и нажать кнопку «Голосовать».